сотрудники администрации одними из первых вышли на субботник. Таким образом, мы проанонсировали общегородские субботники, которые стартуют со следующей недели. И завершится все это дело большим субботником 18 числа, на который мы всех приглашаем. Вот. То есть мы убираем улицы, убираем свои дворы, в чем делаем свой город чище. Будет площадка выдачи инвентаря. Ну, мы приветствуем всех, кто выйдет со своим инвентарем, но будет палатка выдачи инвентаря, она будет располагаться в сквере рядом с администрацией. Там можно будет получить мешки и перчатки.